Сейчас мы с вами пойдем его посмотрим. Находится он на минус первом этаже. Если вдруг у вас такой тип номера окажется, то он надо спускаться вниз с ресепшн. Мерва. Номер у нас 905. Плискарт. Покрытие. Я так и не разобрался, это ламинат или это линолеум такой. Одна большая кровать, одна маленькая. Плазменный телевизор большой, чайный уголок, есть сейф. Опа, вот он, большой сейф, хороший. Все это бесплатно. Тут еще у нас шкаф, тапочки обновляют каждый день. Вот они. Есть палаты. Смотрим ванную комнату. Фен маленький. Зеркало дополнительное. Набор косметики. Здесь есть зубные щетки, зубные пасты. Сейчас вам покажу. Тропический душ. И обычный душ. Набор для бритья. И зубная щетка, и зубная паста. И есть пена для бритья, конечно, или гель для бритья. Лосьон, шампунь, шапочки ватные, ватные диски, палочки ватные. Кондиционер центральный. Номер новый, все чисто, аккуратно. И давайте покажу вам бар. Бар обновляется каждый день. Два пива, две минеральные воды, две фанты, две колы, спрайт и сок. Две упаковки. Также чай, кофе, крем. Крем-кофе, так называемый. И давайте с вами посмотрим, что такое с собственным бассейном. Вау, красота какая. Выходишь, у вас закрытая территория, у вас здесь свой бассейн на несколько номеров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 9 номеров. С другой стороны шезлонги. Вода прохладная, ну, не нагрелась, она, конечно же, без подогрева. У вас на балконе два шезлонга, столик и два стула. Вот еще один шезлонг. Также сушилка для вещей есть. Кстати, видите, у вас даже отсюда боковой вид на море. И это получается минус первый этаж. Здесь проходит за забором дорога, которая подъездная к отелю. И вокруг частный сектор. Вот он. Стоимость отеля на ресепшене. Стандартный номер 196 евро. Junior Suite 246 евро. Swim Up Room. Это то, что мы смотрели с видом, не с видом, а с собственным бассейном. 216 евро. И Family Room 265 евро. Так, значит, попросил я еще номера нам показать. Мне дали 1132. Это Junior Suite. С видом, скорее всего, на море будет. Коридор. У нас здесь везде ковровое покрытие, ковролин. Очень удобно, тихо, красиво. Он такой мягкий, еще новенький. А это вот за мной весь лобби. Снизу. Наш номер. 1132 Junior Suite. Мы до него добрались. Открываем. Заходим.
Смотрим, что у нас здесь. На входе стандартно у нас плитка. Здесь дальше или линолеум, или ламинат. Ванная комната большая, больше, чем в стандарте. Душ тропический, душ обычный. Туалет спрятался за дверью. Может быть, не очень удобно. Зеркало дополнительное, фен маленький. Набор косметики, зубные щетки, зубные пасты и станки для бритья. Есть весы. Шкаф, большой сейф. Здесь можно много вещей разместить. Смотрите, какой. Вешалок 8 всего лишь. 4 с одной стороны, 4 с другой. Здесь дополнительно еще один шкаф. Тапочки. Идем дальше. Диван. Большая кровать. Большой номер. Плазменный телевизор, чайный уголок, холодильник, кондиционер стандартно центральный. Оп, смотрим. И в баре все как и в стандарте или сим-ап номерах. Номере. Вид. Смотрим, что у нас за вид здесь. Выходим. Прямой вид на море, на бассейн, на территорию отеля. Балкон очень большой. Здесь только стол и два стула. Сушилка для вещей. И вот какой открывается у вас вид. 13.34 стандарт Sea View. На входе у нас плитка. В ванной комнате тоже плитка. Два набора косметики. Здесь у нас душевая кабина за дверью и тропический душ. Зеркало дополнительное и фен. Большой плазменный телевизор, чайный уголок. Большая кровать. Можно сделать две отдельные кровати. Видите, разделяется все. Кресло, столик небольшой. Шкаф находится здесь. Здесь же находится и сейф, тапочки. Опа, вот они тапочки. А сейф, оп, вот он. Также есть весы в каждом номере. Они вот здесь находятся. Вы можете вешаться. Бар. Угу. И чайный уголок. Так, идем на балкон. На балконе прямой вид на море, на территорию. Отсюда прямо можно смотреть шоу, которое проходит у вас в вашем театре, в амфитеатре. Бассейн. Балкон большой. Есть два стула, столик и сушилка для вещей. Еще разок. Сейчас нахожусь, как и до этого, в отеле Максерия Блю Ди Дива. Отель. Мы инспектируем номер 1132. Это Junior Suite. Идем со мной, я вам сейчас его покажу, что здесь есть. Также мы еще с вами посмотрим стандарт с видом на море и Family Room. 13.50, это Family. Family у них сделан из одного номера. Он здесь стал около 30-38 квадратов. Разделены они дверью. Сейчас вы все видите. Сразу, когда вы заходите, первая комната. Здесь две отдельные кровати. Также видите
У них есть свой чайный уголок, холодильник, плазменный телевизор. Кондиционер здесь центральный. Так, смотрим. А вот холодильник. И вот бар. Напитки. Перечислять не буду, я думаю, вы сами все увидите. Идем дальше. Значит, здесь у нас шкаф. Один. Большой такой. О, сколько тут места. Тапочки. Идем дальше. Сейф. Гардеробная. 8 вешалок. И здесь еще есть вот такой, такие полки для чемоданов. Достаточно будет места. Ванная комната. Здесь одна. Зеркало, фен, набор косметики, полотенца, душ обычный и душ тропический. Поехали. Ванная комната, и в коридоре на входе плитка. Маленький фен. Набор косметики есть. Если вдруг в вашем номере не будет, вы можете попросить зубные щетки, паста и станки для бритья. Также есть у них весы. Под запрос халаты можно попросить. Опа! В ванной комнате у них есть душевая кабина и тропический душ, и обычный душ. Все чисто, аккуратно. Сам туалет они спрятали, унитаз вот сюда, за дверь. Может быть, не очень удобно, потому что вы сидите, и кто-нибудь может вам открыть дверь по ногам. Шкаф большой. Здесь большой сейф, 8 вешалок. Есть тапочки. Вот здесь они спрятались. Вот. Идем дальше. Две комнаты. В первой комнате стоит диван, зона отдыха. Вторая комната закрывается дверью. Вот видите, раз. И вы открыли, закрыли. Здесь тоже у вас может быть или одна большая кровать, или две маленькие. У вас свой отдельный телевизор, кондиционер центральный. Посмотрю, есть ли здесь холодильник. Здесь у вас еще есть свой шкаф. Вот он. Это круто. То есть вы можете и там вещи, и здесь оставить. Столик небольшой и кресло. Покрытие ламинат. В первой комнате у нас диван. Идем дальше. Здесь одна большая кровать. У вас большой балкон с прямым видом на море и на территорию. Плазменный телевизор, кондиционер центральный, покрытие здесь. А, здесь ламинат, все. Здесь ламинат. Оп. Это чайный уголок. Бар бесплатно, каждый день обновляется. 2 сока, кока-колы, 2 фанты, эфеса, пиво, минеральной воды, обычной воды. И еще тут я вижу кока-кола лайт и спрайт, бутылочка. Так, идем дальше. Большой балкон. Смотрите, какой громадный балкон. Сушилка для вещей. К сожалению, здесь нету ни шезлонга, ни кресла-качалки. Только 2 стула и стол. Все. И вид. Если видите, вот есть такие типы номеров, где есть такие кресла-качалки. Очень удобно. Есть даже диваны у них. Не только кресла, но и диваны. Холодильник, да, у вас здесь есть, но он пустой почему-то. Идем дальше. Балкон. Так, где тут у нас? Вот, ручка. Выходим. Балкон среднего размера, большой. И вид у вас на море и на аквапарк. То же самое, стол и 2 стула. И сушилка.
для одежды. Здесь есть мечеть по утрам, по вечерам. Конечно же, поет мула. Мы посмотрели с вами Junior Suite. Идем смотреть дальше. Понравилось? Пишите ваши комментарии. Хотите в этот отель? Я вас с удовольствием в него отправлю.